15 мая. Ну, снова снег. Да. Так вот, сегодня 15 мая 2017 года. Построили мы теплицу Капелька. Шириной 2,5 метра. Шириной 6 метров. Ой, длиной 6 метров. Теплица у нас стоит на брусе 100 на 100. По торцам расположены разрезные двери форточки. Перепад высот на участке 60 сантиметров на 6 метров. Каркас у теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно порошковая окраска. Также в теплицу у нас установлена перегородка глухая. И в одном отсеке установлен форточный блок. Форточный блок имеет систему термоприводов. То есть открывается автоматически. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Также установлены диагональные укусины для обеспечения большей жесткости каркаса на заваливание. Противостоит заваливание. Вот это у нас маленький отсек. Перегородка у нас делит 2 к 4. Здесь будут огурчики. Ну вот на этом и все. А нет, наверное, не все. Давайте вот посмотрим. Сейчас выпал снег. Тепло. Снег липкий, конечно. Но лежит он чуть-чуть вдоль конька. И то только потому, что он прилип. А так при нагревании он тихонечко-тихонечко ползет вниз под собственным весом. То есть, что это... О чем говорит, что на теплице не скапливается практически нисколько снега. Вот теперь, наверное, все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Всем пока. Всем, кто смотрит сейчас канал «Уральская усадьба», привет. Сегодня у нас 7 мая 2017 года. Погода нелетная, идет дождь. Поэтому быстренько расскажем про теплицу, которую мы сделали. Теплица у нас капля 2,5 шириной, 4 метра длиной. Стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Также у нас сделана система подвязки. По две нитки на каждую сторону. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Примерно порошковая окраска. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. По торцам установлены разрезные двери форточки. Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Уральская усадьба». Сегодня уже 27 апреля. Была установлена теплица Капелька 3 на 6. Из профильной трубы 20 на 20. Окрашена в полимерно-порошковую окраску белого цвета. Теплица установлена на брус 150 на 100, пропитанный антисептиком. Также теплица в торцах имеются распашные дверь форточка. Система подвязки. Две нити. И растяжки. Две штуки. Поставлены по диагонали для усиления 6-метрового каркаса.